В республике будет реализован очередной международный проект. Сегодня в Москве подписано соглашение между компанией «Siemens» и чебоксарским предприятием «ВНИИР». Перспективы сотрудничества с представителями немецкого концерна обсудил глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Устройство постоянного тока в регионах России компания «Siemens» раньше не производила. Первый завод будет запущен именно в Чебоксарах. Соглашение о его создании было подписано сегодня в Москве. На новом заводе будут производить специальные системы для электрификации поездов. Этим оборудованием оснащают тяговые составы метрополитена и наземного транспорта. В Чебоксарах намерены выпускать инновационную технику для цифровых подстанций, а также реле и автоматику для высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Производственные площадки локализуют на базе предприятия в НИИР. Сам факт вхождения мировой компании «Siemens» город Чебоксары на территории Чувашской республики – это историческая победа. Открыть у нас производство для производства товаров для метрополитена и для производства товаров, изделий, щитов, микропроцессорных изделий, автоматики для строительства высокоскоростной магистрали – это дорого стоит. В этой конкурентной среде они могли выбрать другой регион на территории Российской Федерации, но они пришли к нам. Почему? У нас благоприятная среда, у нас национальный рейтинг, мы 6-е место заняли среди 85 субъектов Российской Федерации. Хороший климат, хорошая атмосфера, хорошая экология. Нам нужны проекты точечные, прорывные, которые на сегодняшний день, на несколько десятилетий вперед будут иметь рынок. Производство ради производства, времена прошли. Представители немецкой компании отмечают, для размещения производства рассмотрели десятки регионов. Чувашия заинтересовала предпринимателей не случайно. В республике, говорят зарубежные партнеры, создан благоприятный инвестиционный климат. У нас есть партнер в лице компании «ВНИИР», которая уже многие годы успешно работает на территории Чувашской республики. Мы считаем, что этим партнером мы можем успешно двигаться в будущее. Это очень сильно зависит от заказчика, которые будут пользоваться этой совместной продукцией. И мы считаем, что в ближайшие месяцы уже первые проекты должны пойти. Условия действительно реально хорошие, значит, было сказано, и мы это подчеркиваем, что есть хорошая компетенция хороших специалистов на территории Чувашской республики. И это, конечно, очень хороший фундамент для развития таких совместных проектов. Производство инновационного оборудования для поездов в Чебоксарах планируют наладить в ближайшее время. Предварительный пакет заказов уже формируется. Главная задача – подобрать будущий персонал. На новый завод будут трудоустроены десятки рабочих. Все они пройдут обучающие курсы. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика, из Москвы.